Сегодня такое, можно сказать, двойной праздник здесь, в тайбоксном клубе. Пятилетие самого клуба и еще открытие федерации по тайскому боксу. Для вас лично это что значит? И одно, и другое? Ну, тайбоксинг клуб это один из лучших клубов в Республике Молдова по боевым искусствам. Это мое мнение, но и не только мое. Ассоциация, которую я руковожу, ассоциация ФИА, у нас с тайбоксинг-клубом где-то одинаковый возраст, 5 лет, нам уже 6. Мы вместе развивались, руководство клуба, тренеры, бойцы, поэтому у нас очень близкие отношения с этим клубом. С пятилетием, конечно, мы поздравляем, надеемся на дальнейшее хорошее сотрудничество и уверен, что в этом клубе еще вырастут очень много звезд в мире единоборств, как в К1, так в тайландском боксе, в боксе, в ММА и в других видах единоборств. Сегодня президент тайбоксинг-клуба и уже, получается, новый президент Федерации тайского бокса, да, дважды вас поблагодарил, награды вам, так скажем, подарили. Какое участие вы принимали тоже в создании вот новой этой федерации и как, каким образом она будет сотрудничать с Федерацией К1? Идея создания новой федерации, об этой идее я знал давно. К нам в Кишинево обратилась федерация, Европейская федерация тайваньского бокса. Эту идею и это предложение об открытии новой федерации тайваньского бокса приняли Константин Боля. Он принял, он взял на себя весь этот, так скажем, груз создания и регистрации новой федерации. И мы, конечно, я как президент федерации К1, как руководитель Fighting Entertainment ассоциации, буду поддерживать и всячески помогать развитию федерации тайландского бокса, так как тайландский бокс и К1 это очень близки друг к другу по технике ведения боя. Поэтому мое мнение, что у нас будет очень плодотворное сотрудничество в дальнейшем. Будет очень много общих чемпионов, которые будут выступать и в К1, и в тайландском боксе. Конечно, первый договор о сотрудничестве Федерации тайландского бокса, естественно, что был с Федерацией К1. Это даст бойцам много возможностей. Во-первых, участвовать во многих соревнованиях. Считайте, что сейчас удвоится число соревнований и турниров, проведенных как в стране, так и за рубежом. Это только очень большой плюс развитию тайландского бокса и К1 в Республике Молдова. Уже обсуждали, когда вот может появиться первый турнир под эгидой новой федерации? Здесь местный чемпионат Молдовы или Кубок Молдовы? Да, это не будет секретом. Мы будем делать планы на следующий год, планы проведения мероприятий так, чтобы они не совпадали. Чтобы проведение всех мероприятий как в Федерации К1, так и в Тайландской Федерации Тайландского бокса, чтобы мы не совпадали даты, потому что могли участвовать бойцы и в одних турнирах, и в других. Конечно, уже запланировано много турниров городских, региональных, республиканских. Бойцы будут участвовать во всех турнирах на Украине и в других странах. Будем формировать, конечно, сборную для участия в чемпионате мира и Европы по тайскому боксу. Еще такой вопрос. Видим, что, так скажем,
карта ваших коллег, да, международных, расширяется. Все больше коллег в этом деле из ближайших стран, из стран дальнего зарубежья, которые приезжают, говорят, что чем-то помогают. Как это все развивается и какая главная польза всего этого для молдавского спорта, для молдавских единоборств? Ну, самое главное, одно из наших достижений за последние годы, это то, что нас знают, нас приняли в эту большую семью единоборств в мире, с нами считаются и нас уважают. И это видно по всем тем гостям, которые к нам приезжают, бойцам, тренеры, судьи международного и мирового уровня. И все это сотрудничество, конечно, даст только большие плоды в будущем и даст хорошее развитие молдавскому спорту.